Так, народ, здорово всем. В общем, у нас игрушечка, да, ну, решила немного 2000, так сказать, этого года игры подзапиндюрить. В общем-то, пока 6 или 9 игр нашел. Ну, еще посмотрим. Не всех сейчас, кстати говоря, игр хоть и вышло много в этом году, 2023, но это вот, мягко сказать, хреново все. В общем-то, Alien Slayers, это, насколько я помню, тоже типа рогалика, что ли, какого-то. Дрон. Дрон стреляющий. Помнишь, что я... Ну, сука, я же денег нет на него. А, еще волочи. Так, Скотт, Сэм и Гаррисон. Экзит погрузчик. Сигнал бедствий. На, чё тебе. Давай посмотрим, что за... Рогалик. Вот этого, думаю, мне получше подойдет. Так, бензопила вращается вокруг, такой подходит близко, устанавливает 4 секунды. Так, магнит бонус, я так полагаю, пригодится. Такой себе. Так, силовой костюм. После окончания игры получаем результат на 5% урон уменьшен, увеличен максимально. Ну, давай вот так выберем. Во. Ну, пока ничего интересного нового не вижу. Скорее всего, игрушечка на телефон будет. Я рогалика, в принципе, и получше видел. Они есть на канале. Есть плейлист игр рогаликов, вдруг резко неожиданно. Вот мне критический-то урон не сильно-то и нужен, как бы. Дронов подразвить бы. О, какая хорошая штучка. Не, это в игре есть свои особенности.
хотелось бы получше, конечно, но что есть, то есть. О! Миниган. Извините, дяденьки. Кстати, босс. Я вижу его. Кажется, целых два. Так, миниганчик на перезарядочке. Он по мне старается стрельнуть или как? Я что-то сейчас не понял. А. Крокодилы. Я думал, тут чужие одни будут. Вон, крокодилы всякие. Цветочки, блин. Любопытно. Так, кристалл найден, разрушить. Бонус, хорошо. Тоже я не против. А, так вы, гады, стреляете. Понял. Их еще так просто не убить, блин. Так, вот теперь у меня проблемка тут. Дроны пока не сможем купить. Так, давай еще раз за Скотта, может, нам повезет. Я сразу говорю, игры рогалики я, народ, люблю. Главное как-то боссов валить. Наверное, все в урон будем впендюривать, а то что-то как-то хреново довольно-таки. А что такое? Да, вовремя. Географическое число движения всех врагов снижено как урон. Будем стараться, конечно, в урон все впендюрить. Так. Так, отлично. Мне не подходит, тут самонаводка нужна только. Так, пока все неплохо. Возьмем, пригодится. Он будет хорош, как дополнительный бонус. Да, больше урона. Тут я по одной монетке собираю или по сколько вот вопрос? Ну, по три.
С них мы получаем кристалл. Ух, ни хрена себе. Я на боссов внимания не обращал первый раз. О, ну да. Идиот, идиот. Ну, боссы тут основное. Так, аптечку пока оставим. Так, урон бросают на случайные точки. Лучше так выберу. Понадежнее будет. Мне это в предыдущей игре уже минигана хватило, который стреляет куда ни попадя, он только туда, куда не надо. Прокачки дрона не вижу толком. Опять же, за игру я буду наблюдать. Так что опять это же ранний доступ. И вот как из всех игр, которые у меня игры рогалики с раннего доступа, я не знаю, что из них вообще выкатит. Тащит 15 секунд создается скорость снаряда. Ладно, давай так. Мне щит хорошо помог, службу служу хорошую. Я вот тут могу подбирать. Так, надо хилочку еще взять. Спортивный бежит. Надо как-то наверх добраться. Хороший опускак. Так, давай-ка электрошокер. Посмотрим, что на себя. А, понял. Конечно, он не супер силен. Но все-таки помогает. О, миниганчик мне сейчас помог. Каким-нибудь за это выполнить перезарядки. Ну да. Так, электрошокер. Этих падал надо убивать сразу. Тихо. А, это он. Понял. А тут меня окружение берут. И все. Раза. Гады, гады, гады. Так. Дрон. Ну да. Давай еще разок. Что, мутация? Чего? То есть мы можем мутировать в такую хрень. А вот это уникальность игры довольно любопытная.
серьезно, да? Очень интересно, слушай. Склад оружия, достижения. Не, а кстати, есть вот уникальность этой игры, видишь? Можно мутировать себя в какую-то хрень другую. Наверное. Ну, хотя я не знаю, сейчас попробую. Я не хочу как-то мутироваться. Так, для начала у меня будет хороший дрончик. Второго уровня, да? Прекрасно. Помощь от него будет гораздо больше уже в этот раз. Так, урон пистолета. Жалко, не могу вот эту хрень зайти. Бесполезный навык. Наверное, мину было лучше применить. Так, мне нужен босс срочно. Ну, конечно, вещь хорошая. Экстренный порожняк, конечно, сгодится. Передвижение врагов, но тут другой топ выбирать и нету. И вопрос в другом, как мне эту хрень подобрать. Будет не так просто сделать. Ой-ой-ой-ой, как все плохо-то. Там-то мне дали хорошо, кристальчик. Здесь как-то все обидно. Хреново. Так, бензопила. Мне дали
что без него я тут не выживу. Скорость передвижения на 10%. Ладно. Бежать, надеюсь, можно. Ни хрена в этом не уверен, ну да ладно. Чувак, а тебе что-то не одна аптечка, что ли, нужна? Да, ему далеко не одна аптечка нужна. Так, уровень есть. И корпус. Да ё-моё, что вы мне критический урон дурацкий даете? Хотя, может, здесь он работает нормально. Я просто помню, что у меня в играх, как правило, критический урон. Он есть, но его как бы и нету. Для галочки. Ганчик, я на тебя надеюсь. Ну, что больше не на кого надеяться. Хотя, может быть, сейчас что-то сделаем. Так. Хорошая музыка. Есть проблема, там надо вот это вот взять. Дайте что-то поле. У меня хп практически нету. Так, ладно. Мутация, да? А, устройство биомутанта замораживает ближайших врагов. Мутировало. И на дрона хватит. Дай-ка посмотрим, что это за такое. Или это я их мутировал, чтобы у меня противник был посильнее. Тогда будет вообще пипец. Не хотелось бы такого счастья. Я не совсем понимаю, что это за хренотень-то вообще. Что-то я типа случайно их мутирую, да? А, да, это. То есть. А, так это мутации, которые я для себя делаю. Вот это интересно. И по поводу наземной мины, хорошая штука в итоге была. Надо взять тоже ее на вооружение.
чистит просто под идеал. Пистолет, пулемет нужен. Потом минку еще успеем взять. Для нас сейчас основа — это огневая мощь. Второй левел, хорошо. Не-не-не-не-не, мне вот у скорострельности увеличена вообще по шикарному. Магнитик себе впиню, и я для него тоже хорошо. Кстати, локация-то тут большая, то бегаю сюда как-то. Хотя вроде да, большая. Кстати, а вот можно здесь заортачиться. Попробовать около болота, там их замедляет швид тоже, да? Замедление врагов мне здесь очень крайне бы не помешало в первое время. То есть даже от убийства обычного, помимо кристаллов, я еще зарабатываю опыт. Угу. Так, а теперь мне нужен срочный уровень. Хочешь, не хочешь. Ниган, алло. Там не спи. Так, электрошокер пора брать. Снаряды, да. Электрошокеры, если честно, лучше. Отлично. Сейчас можем, по идее, собрать все, что не дособрали. Так, креатан, голографическое устройство. Так, давай-ка вот это вот сделаем. Больно тут разбеглись эти партизаны. Обратите внимание, даже здесь просто убивать врагов, не собирая кристаллы, все равно у нас идет здесь, как говорится, буст на уровне. Это хорошо. Миниган, как всегда, мы стреляем только туда, куда хотим. На этом Шварценеггер за миниганом стоит, да? Фильм «Хищник», помните? Давайте я покажу весь лес, чтобы не попаду в него ни разу. Если он там попал.
зацепил его слегка. Так, бензопила, длительность снаряда. Давай вот бензопилу возьмем. Мину уже нужна, наверное, да? Ну-ка. О, смотри, как я ушатал быстро. Неплохая бензопила. Ну да, неплохо. Так, количество выстрелов давай. Служебная винтовочка. Пила, чё. Ну тут мне тоже нехило помогает. Блин. Эх, жалко, жалко. Ну что ж, ладно, народ, я на этом, в принципе, закончу. Здесь, к примеру, солдат древесного мяса, который атакует медленно большой рукой. То есть, к примеру, вот эту вот мутацию сделать. А Макс это мутацию. Ага. То есть мы изучаем здесь различные фишки и уменьшаем силу врагов. Слушай, а интересно сделано, я тебе скажу. Прикольно. Не, вот. Вот люблю рогалики, которые и похожи, и одновременно, вот видишь, вот креативность здесь в этой игре пестрит. Ну да, графика не очень, но здесь не важно. Тут человек проявил креативность, я уж повторюсь. Я в играх уже давно не смотрю на графику, но будьте вы так любезны, если вы не хотите ни хрена рисовать, вы хоть проявите толику таланта, толику креативности, сделайте свою игру отличную от всех. Вот вам, пожалуйста, пример. Простенько, но со вкусом и с различными уникальностями. Спасибо, как говорится, за такие игры. Всем удачи, всем пока.